Больше 330 тысяч тонн аммиачной продукции произвел в этом году КАЗ «Азот». Таких показателей предприятие смогло добиться благодаря масштабной модернизации завода, проводимой при финансовой поддержке Банка развития Казахстана, дочерней компании холдинга «Байтерек». Стройными рядами эти упаковки разлетаются по стране и за ее пределы. Две трети объема производимых азотных удобрений используются в горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве Казахстана. До 100 тысяч тонн продукции ежегодно уходит на экспорт. Процесс модернизации предприятия продолжается. Банк развития Казахстана в рамках ГПИР-2 профинансировал в размере 30 миллиардов тенге газопоршневую электростанцию, установку по утилизации аммиака и создана инфраструктура для добычи основного сырьевого компонента для производства аммиака – природного газа. Процесс модернизации не останавливается. Модернизация позволит увеличить мощность АО «КазАзот» до 400 тысяч тонн продукции в год. В планах внедрение еще ряда проектов. Один из проектов, который мы уже приступаем к реализации, это установка системы осушки и охлаждения воздуха в цехе сложных минеральных удобрений. Мы ее планируем ввести в эксплуатацию в июле 2019 года. Мы надеемся, что эффект составит порядка 20 тысяч тонн дополнительного продукта. В приоритете остается экспортоориентированность предприятия. Горизонты поставок «КазАзот» намерен расширять. Пока же казахстанская продукция экспортируется в 11 стран мира, в том числе Украину, Литву, Таджикистан и Туркменистан. Ирина Камышова, Тамара Степанова, Айдос Меделбеков. Итоги дня.